ФСБ России по Саратовской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации незаконной миграции иностранных граждан на территории России. В результате реализованного комплекса ОРМ установлено, что два гражданина Российской Федерации, действуя в составе преступной группы, организовали канал незаконной миграции на территорию России гражданину одной из стран Центральной Азии путем создания условий для получения миграционной карты через реверсное пересечение государственной границы Российской Федерации, создающей видимость недавнего въезда в страну. Следственным подразделением ФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса России «Организация незаконной миграции группы лиц по предварительному сговору или организованной группой». Управлением продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление иных возможных фактов преступной деятельности фигурантов уголовного дела. Необходимо отметить, что указанные лица, осуществляя свою противоправную деятельность, не осознавали, что их так называемыми услугами могут воспользоваться члены международных террористических и экстремистских организаций для легализации на территории нашей страны.